Здравствуйте, пришла новая посылочка с сайта iHerb. Посылочка в пути была 15 дней, отправлена 27 октября. Перевозчик DHL дошла за 15 дней. Фактический вес 2,35. Вес, который был набран в посылку товара, 2,720 грамма. Ну, по факту, вот 2,350 шип вес. Я начинаю. Вот наша посылка. Шоколад. Это шоколад от Чоколов с морской солью и с крупными кусочками жареного миндаля. Они довольно крупные. Морская соль воспринимается. Я уже пробовала этот шоколад. Морская соль воспринимается. Ну как, она скорее всего как усиливает вкус этого шоколада. То есть она совершенно не выпирает. Шоколад очень понравился. Вкусный шоколад. Состав здесь натуральный. Вот вторая шоколадка. Тоже от Чоколов. Чили и вишня. Такую я не пробовала, но просто мне нравится со вкусом вишни, поэтому я из-за вишни. Ну и, конечно же, он черный. Вот. И еще такой шоколад. Я его уже когда-то пробовала, еще ни разу в посылках он не освещался. Я его заказала впервые случайно. Вот. Это молочный шоколад с вишней. Но дело в том, что я потом увидела, что я ошиблась, что он молочный. Я как бы не хотела молочный, еще знаю, какой у нас. Но посмотрите. Он очень насыщенный. Темный шоколад. То есть то, что он, если вы любите весьма молочный, то не ждите, что будет такой, как вы привыкли его видеть. Этот шоколад очень классный, качественный. Кажется, здесь у него в составе коричневый сахар. Вот идет молочный шоколад, шоколадный ликер, молоко, кейн сахар. Вот я не знаю. То есть какой-то здесь необычный сахар. То ли здесь, не знаю, надо будет перевести. Но я помню, что здесь не белый сахар. Коричневый сахар. Так, еще молоко. Это чай. Дарджилинг. Я такой еще не пробовала. Как бы по отзывам очень много восклицаний, что этот чай очень вкусный. Он там содержит 20 пакетиков. Ну, я сейчас открою в целях эксперимента. Потому что я благодаря iHerb полюбила черные чаи. Потому что очень качественные чаи. Ну, такие синтетические мешочки. То есть там было, да, написано, что пахнет. Ну, пахнет, конечно, очень насыщенно. То, что, конечно, это синтетика, не очень хорошо. Такие я могу здесь купить. Но сами чаинки, наверное, здесь очень даже качественный чай. Вот такой чай. Здесь 20 пакетов. Я сам Далфур в основном полюбила, полюбляю. Ну, вот этот попробую. Харни энд Санс. 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 Вот такой чай. Он в металлической такой банке красивой. Из продуктов здесь, наверное, какао. Ой, какао обычное. Какао. Кокосовое масло в стеклянной банке. Вот это первая моя покупка чистого кокосового масло органическое, это от артисана, 100% органическое кокосовое масло. У меня от артисана есть, вот в прошлой посылке я брала уже кокосовое масло с шоколадом, ну это среднический продукт. Я, конечно, думала, что это будет сладко неимоверно, но он как бы плотной такой консистенции, даже, наверное, и полезный.
тоже в стеклянной банке. Ну, то есть по отзывам я так решила, уже если брать первое кокосовое масло, то взять самое лучшее. По отзывам я так поняла, что это кокосовое масло на высоте. Во-первых, оно сырое, оно пригодно в пищу. Пахнет, конечно, очень вкусно. Я не любитель кокоса, но я теперь поняла, что такое. Очень вкусно пахнет. Ну, я его взяла, если не есть, то, конечно, как косметические средства. Ну, в целях косметических, как бы. Ага, еще из продуктов. Последнее здесь. Это была акция. Это кофе. Это я не себе взяла, я кофе не пью. Ага. Вот. Черное кофе от Just Bean. Вот, арабика. Среднего, по-моему, здесь помола. Вот такая кофе. Здесь вмещается 340 грамм вес. Вот, органическое, ну, написано, что это органическое кофе. Здесь я вот смотрю, разрезается и плотно оно закрывается. Зип-пакет такой здесь. Ну и отсюда здесь есть маленькое отверстие. Просачивается, я не знаю, каким образом. Ну, в общем, просачивается. Запах, ну, конечно, очень приятный запах. Не дешевого кофе. Так, это накладная с перечнем того, что должно прийти. Здесь есть код. Вы можете SGS024, вы можете использовать этот код при первой вашей покупке на сайте eHerb. Если я этот код там освещаю в начале видео, под видео. Тогда вы получите при первом вашем заказе, если наберете $40, то $5 скидку. Если $60 наберете, будет $10 скидка. Так, еще. Ну, вот это хорошая вещь, она не всегда ее кладут. Здесь можно, это такая как печатная продукция рекламная, то есть вы можете в своих целях ее использовать. Вкладывают иногда ее. То есть вы можете вписывать здесь ваш код, раздавать, распространять его, как бы отсылать в посылочках. Вот так. Это из БАДа. Это повторный заказ. Я такую уже брала. Это рыбий жир омега-3 с льняным маслом. Вот. Ну, если честно, мне не сильно понравился. Ну, большие такие очень гелевые капсулы. Вот. То, что просто состав такой интересный здесь. Вот. Ну, я еще раз заказала его, потому что там повелась на вот такое. Я тоже когда-то брала по акции от Coenzyme Q10. Вот. То есть это довольно полезная штука для сердечно-сосудистой системы и вообще заголи. Вот. Поэтому, как бы, чтобы не покупать, я полезное с приятным совместила. Заказала это и это. Ага, это от Зои или Зой. Это тоже была. А, это, по-моему, сейчас. Это по акции. Это, я сейчас просто забыла, как это называется. Быстро вспомнить не могу. Ну, то есть это для печени есть такая трава. Сейчас я подпишу. То есть сейчас что-то мне не вспоминается. Для очищения печени идет это растение. Это было за $1, кажется, или бесплатный образец. Нет, это был бесплатный образец, потому что это фирма, кажется, вот выпустила его только на рынок. Ну, как-то так. Помню, что как-то он по акции мне достался. Такой бат я потом. Так, это я заказала из косметики. Это крем от Avalon Organics с витамином С. Мне нужен как бы крем был. Я не делала таких еще покупок на iHerb'е. Вот. Ну, ничего из крема уже не брала для лица. Вот. Выбрала вот такой крем. Немножечко он там поменял форму при переезде, перевозке, лежал. Ну, пахнет цитрусовым запахом, ненавязчиво. Скорее всего, как всегда, нету никаких, наверное, сроков хранения, как на
как в Америке любят. Ничего такого странного. Такой фактор такой странный. Ну, тут такой. А это крем от Avalon Organics с витамином С. Увлажняющий, насколько я помню, крем. Состав здесь 70% органических компонентов. Стопроцентно вегетарианский. И тестировался на животных. Вот такой крем. Буду его пробовать. Состав здесь на первом месте алоэ. И тому подобные всевозможные натуральные компоненты. Если вы хотите брать средства, ну, я на Ахерве, конечно, беру, потому что там все разбирается, в основном свежее. Но срок чаще всего на сайте какой-то бывает указан годности. Ну и еще бросили повторно, у меня же такое было в прошлой посылке, прищепка. Ну, довольно хорошая прищепка. Можно ее использовать в хозяйстве. Вот такой обзор. Спасибо за внимание. Это посылочка была с Ахерб. Желаю всем здоровья, удачи. До новых встреч.